В рамках визита состоялась встреча посла Франции Дидье Канеса с губернатором Могилевской области Владимиром Доманевским. Стороны обсудили приоритетные направления по развитию и углублению экономических связей между Могилевским регионом и Францией. Посол отметил, что основная цель его визита – ознакомление с регионом, обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием политических, экономических и культурных взаимоотношений. Развитие торговли между Францией и Беларусью является для меня важный приоритет. И у французских предприятий есть что предложить в разных областях, которые интересуют Беларусь. Например, могут предлагать технологии, оборудование. Также на встрече стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в экономической сфере. Только за последние 4 месяца товарооборот продукции Могилевщины и Франции составил более 130%. В целом ситуация с экспортом и импортом товаров складывается с положительной динамикой. Но, как отметило руководство области, этого недостаточно для развития более перспективных направлений в области торгово-экономических отношений. Во время встречи с господином послом обсуждали, действительно очень важно, в первую очередь, чтобы наши товары были узнаваемы на рынке наших стран, как у нас, так и во Франции. А вслед за товарооборотом, вслед за узнаваемыми продуктами, конечно, придут инвесторы, которые разместят производство этих товаров и у нас, и, соответственно, наши предприятия на территории Франции. Продолжился визит посла Франции встречи с мэром города Владимиром Цумарем, в результате которой стороны обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся сфер культуры, образования и экономических отношений с Французской Республикой. В рамках визита запланировано ознакомление с деятельностью свободной экономической зоны Могилев, а также посещение университета МГУ имени Кулешова и средней школы номер 11, где посол Франции торжественно вручит выпускникам сертификаты об окончании обучения в билингвистической секции.